посмотрим на фотографии прекрасной девушки. Итак, всем здорово, меня зовут Нейзи, и сегодня я, собственно, снова буду продолжать играть в эту ядерную хрень, потому что игру это назвать нельзя, она слишком страшная. Ой, я же за корабль так жик, и я попробую починить вот ту писюльку свисающую, вон ту вот там, собственно, зачем я вышел. Надеюсь, сегодня... И надеюсь, я сегодня попробую пройти эту игру. Ну, мне, конечно же, это не удастся сделать, если тут будет дуделка, гуделка, прочее, трубящая, дудящая хренотень. Вот если сопля, это еще возможно. Так, зачем... Не все так просто. Оп. Все, нафиг я сюда иду. И, собственно, ради чего я потратил фьюз? О, ключи от вертолета! И глоустик нет, пожалуй, я не буду это брать. Здесь шкафчик. Стул, чтобы не мешался, сюда его. Тут есть что? Тут нифига нету. Так, и мне писали, что можно залезть на стол кое-каким образом. Но нет, у меня пока не получается, потому что я не знаю, я идиот. Ой, чё ж так громко-то, а? Ой. Что? О, игральные карты, можем поиграть с монстриком. Буду все открывать, держать открытым. Я вот не понимаю, это гуделка свет ломает или он в этом месте мерцает так? Потому что в других местах он что-то не особо мерцает. Опа, канистра. Обратно. Так. Игра нам как бы намекает. Чини вертолет. Чини вертолет, ублюдок. Окей. Как скажете, так. Откроем одну кабинку, да. Так, бег. Ой-ой-ой. Бег где? Тихо. И не надо. Лгать. Оп. Hey, mom. Hey, dad. This is recording number. Так, это я уже слушал. Так, вы. Это я уже слушал. А, есть. Да ладно. Замуровали демоны. Выходить я с палубы не хочу. Ну вот, просто не хочу. Не хочу, не заставите. И вообще, я хочу пройти эту злобную игру. Пошел. Так, злобную игру эту. Так, нет, этого я брать не буду. На кого это сработало? На меня? Твою ж чертову мать. О, огнетушитель, это в тему. Огнетушитель в тему. Так, стульчик. Хотя, где тут спрятаться? Тут спрятаться-то негде. Так, фонарик. Я пока особо не использую фонарик. Ой, ой. Кровяка. Так, огнетушитель, это мне отдайте. Потому что если на меня побежит какой-нибудь этот брут, который пельмех наелся, да? И как я, собственно, недавно... О, недавно... Игра прям намекает. Чини вертолет. Чини вертолет, ублюдок. Ладно, лесбэ. Ой-ой-ой. Починю ваш ссаный вертолет. Только фору дайте. А, туалет быстрее. Хочу в туалет. Вот. Так. Надеюсь, он не спалил. Пошел. Смотрите, что? А, делаем со скотчем. Так. Вот. О,
Еще ключи от вертолета. Они что, их хранят в раковине? Берем так. Вот и все, попалось, ублюдина. Ой, 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 страшные звуки там какие-то. То есть все, зафиксировали бы камеру, она на нас глядеть не может, пердеть не может, ничего делать. Ай, блядь! Фу, сука. Самый страшный скример в данной игре. А, блядь, это этот, сука, пидор пришел. Отстань, канистра, уйди. Так, ко мне пришел этот сопляк. Я могу знать, что... Hey, mom. Hey, dad. А, он меня не спалил? Нет? Я надеюсь, что нет, потому что... Да. Сегодня со мной играет сопляк. Recommending that both men be kept in a relatively clean room until further notice. Запись. I'll need to speak to the quartermaster regarding current medical supplies. I don't believe the ship has been equipped to handle such long-term injuries. Hopefully the helicopter has the range to make landfall if it comes to it. That should do you now, Mr. Chekhov. If nothing else, somewhere to boil cloth for dressings. We'll return for a checkup in a few hours' time before the painkillers wear off. Ага. Вот так, значит, да? А, да. Что-то типа того. Окей. Мы можем починить шлюпку. Шлюпка, закройся. Так, соплю уже знаем, каким способом можно перепётывать. Так, у нас есть скотч. Заматываем эту лодку. Чик. Блять, мне, сука, показалось. Ой, ой, я немного сиранул, честно. Ну чё, ключи с нами поплывут. Пока выкинем канистры, будем знать, где они лежат. Мало ли нам не подфартит по игре. И починим вертолетик, пойдем сбегаем. Вот. Интераст. Тут видео. О, еще одна канистра. Судя по антирасту, разработчики очень не любят игру Rust, так как их много раз убивали, наверное, кевларщики. Поэтому они такие: это не игра, это говно! И вот так вот. Поэтому решили так оставить в своей игре такую фигню-то. Security. Так, я тут был или нет? Или да? Да, я тут был. А, сранул меня. Так. Блять. Смазливое уебище. Какого черта ты меня пугаешь? Так. Мне нужно машинное отделение. Это в самом низу, если что. Вдруг там есть цепи какие-нибудь. Так. На самой днище ебаный спас. Хер я эти ключи взял с собой. Мог бы там же оставить. Ой, не нравятся мне эти коридорчики, всякая такая фигня. Ух ты, какие контейнеры. Сразу видно грузовое судно. Так, можно еще ниже спуститься, да? Да, можно. О, еще ниже даже можно. Окей, без Б спускаемся. Тут у нас еще... Ой. Это его яйца, если что. Если наступить рядом с ним, то оттуда полезет этот... А, блядь! Вот, что я и говорил. Туай, блядь! Куда? Ой, сука, я туда побежал. Блядь, он меня еще в тупик заведет. Туай, ой, а! Ой, блядь, чуть не провалился. Экшон, экшон! Много экшона! Экшон! Экшон! Ой, бля, куда я прибежал? Все, съебался от меня. Куда? Где нахуй? Где он меня спалил? Пошли вы! Ублюдки! А! Куда, блядь, бежать? Закройся нахуй! Все, меня нет. Ой, пф, блядь. Еще в опару бился. И
Маленько полофился, нет, закройся. Ай, блядь, фу. Это мне повезло, так. Нахер это, машинное отделение, тебя нахер тоже. Блядь. Я не могу. Эта игра так и хочет, чтобы у меня нервный срыв. Блин, блядь. Ты дашь мне пройти? Да сука! Нацелилась еще на меня. Блюдская камера. Все. Обманул я тебя. Ой, бля, он тут из вентиляции, походу, вылезал. Говна морского кусока. Да-да-да. О, кухня. Кухня. Ну на кухне-то точно не будет этой ссаной проволоки. Тац. Что делать? Та-та-та. Да опять я на эту самую кухню. А, не, не опять. Так вот это мне понадобится. Спидран какой-то, не знаю. Half-Life 2, знаете там? А, есть такие типа чемпионатов, где люди очень быстро проходят игру, то есть так банни-хопом, знаете, прыгают так. А что мне мешает, собственно? Давайте, ай, с огнетушителем так попрыгаем. Оп, оп, помогает против камеры. Все. Я теперь так буду прыгать. Ну, где же может быть эта ссаная цепь? Если судить логически, то... Ой, я задыхаюсь. Во, нам сюда надо. Этот мостик абассанский. Так, тут надо. Так, сейчас я скину ключи сюда. Так. Нет. Оп. Так, мне нужен, значит... Ай, сабоссанный насос. Потому что если я найду сейчас эти, как они называются, щипцы эти, да, ну такие кусачки, садовые ножницы такие, секатор, то я смогу просто прям сразу почти на вертолете сбежать. Ну нет, так, закройся, меня тут не было. Одну дверку откроем и побежим, побежим. Побежим. Вот вертолетик наш. Это злая игра. Я не хочу в нее, честно, играть. Что за звуки, как будто, не знаю, с шашками, знаете, так в шашки играют. Такой шк-шк-шк. По доске, знаете, водят, когда шашками там. Я просто любил в шашки играть. Вообще какие-то вышибалки там были с шашками. А, опа! Нашел. Смотрите. Во, нашел. Оп, все. И осталось что еще найти? Насос. Я так и знал, что тут мне попадется эта фиговина. Так, туда мне не пройти. Так, так, так. Так, да-да, не, это раздевалка, сюда я не хочу. А то там потно, душно, все такое. Да-да. Так, что могу пока рассказать? Могу рассказать про сюжет. Сюжет, короче, на корабль данный привезли какой-то контейнер, да, он вообще перевозит контейнеры, этот корабль. И на него резко привезли какой-то контейнер с номером 106, который вообще не заказывали, его не было, да. И оттуда, собственно, одной ночью выбралась одна из этих херней, да. То есть, либо слизень этот обоссанный, который за мной сейчас бегает, гуделка вот эта, такой дилда ненавистник синий, и дуделка, которая здоровая, которую пельмехами кормили. Вот. Так, ну вот, одним вечером, короче, вылез, да, ну вот, и перебил, короче, весь персонал, да, ну, перед этим напердел, конечно, в эти газовые трубы, на одного из сотрудников этих пар посыпался, да? Вот, вот так же он душу начал принимать, да, и на него ой, нахуй сюда, не, я сюда не пойду. Сами идите. Давай, пробежай! Пробежали. Да-да-да, обоссись. Ну нахер. Вот один раз я так же бежал, так.
А, блядь! Я с самого пара обосрался. Чёртов монструм, что ты с людьми-то делаешь? Самый крик. О, подводная лодка. Субмарина. Субмарина. Ёпты. Тверь, а да где мне этот насос найти, а? Сука, убегай! Блять, ты меня не увидел, не пизди. Ты меня не... Все, поиски насоса, походу, отменяются. Открывай, блять, заходи, нахуй! Ну давай, сука. Найди меня. А, или он меня даже не спалил. Какой огнетушитель-то использовал? Ёкарный бабай, а? Твою же... Блядь, молодец. Молодец просто. Иди нахер! Ну тебе бар в лицо, блядь, сейчас засажу. Иди, иди сюда, сука. Сука, давай. Иди. Мудила. Я не могу. Еще какая-то музыка уйбанская, блядь. Индейцы, сука, какие-то. Блядь, сука. Неужели на корабле ни у кого велосипеда нахуй нет? Еще я не могу. Блядь. Начальная комната. Насоса ни у кого нет. Блять, повесили бы велосипед какой-нибудь сам. А, боже мой, божечки мой. Я не могу пройти эту дрянную игру. Да иди ты нахер. Блять. Откуда он вылез? Он же, блядь, в другом конце корабля был. Пидоры, а? О, чуть за наручники. А это консервы или что-то? За... А, только попробуй себя подойти, блядь. Уёбок. Всё, блядь, стул-то. Пригандошил. Лавочка закрыта, сидеть там. Блин, давайте пока посмотрим на фотографии прекрасной девушки. О, блядь! Пошел ты нахер отсюда! Уёбок блядский! Нет, 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 иди отсюда! Пошел, поднимай тебя нахуй. Улетай. Все. Сюда. Правильно, иди нахуй. Ой, нахуй. Идиот. Блять, кусок. А, он не спалил, он глухой нахуй, да? Глухонемой, блять. Куда, блядь, идиот? Я хотел аккуратно выл... Нет, блядь, взял, метнул. Блядь, их аккуратно выложить нельзя? О, чё? Чё-то... Пошёл нахуй отсюда. Пошёл просто нахер. Тю-тю-тю-тю. Ебать, я грязные у меня руки. Как будто я, не знаю, картошку, блядь. Дергал. Нахуй иди. Хоть ебать. Представляем вам желе на кухне. Итак, собственно, берем мы. А чё, вот это вот берем. И кидаем в эту залупень. А, это желе нового сорта. А чё это вообще такое, блять? Желе какое-то внутри. Ну,
это замена сисек на данном корабле, так на данном корабле нету ни хера. А, блядь! Вот ебался! Ой, иди нахуй! Нахуй иди, блядь! Прячься! Ой! Все, сердечный приступ. Пошел нахуй отсюда. Ебать. Нет уже меня тут. Ну я же в другую комнату бежал. И видишь, я даже дверку сразу закрыл. Ты паровоз сам, что ты гудишь тут? Эти щай ты штукой, блядь, балде грей, пошел нахуй. Смотри, тут стулья левитируют. Давид, блядь. Ага. Нет! Сука. Я никогда не пройду эту, блядь, игру.